королевство, которое ушло. Но, тем не менее. Там есть сиськи, поэтому все хорошо. Вот когда у тебя ножки тоненькие, как две палочки, ты не можешь кататься на велике, скакать на скакалочке, влезать на акации и играть в салочки. А потом у тебя грудь не растет совсем, пацаны лифчики расстегивают всем, а тебе нет. У тебя в рюкзаке яблоко на обед, Достоевский и Майер Сомерсет. Тебе 13 гребаных лет. А когда и мясо есть на костях, и лифчиков целых 6, ты не можешь решить, что тебе выпить, что съесть, поехать куда или тут осесть, что еще посмотреть и прочесть. Будь она проклята, это взрослая жизнь. Думаешь, ты идешь на акацию лезть.